Добрый день, дорогие друзья. Известный артист Семен Цельпаков несколько дней назад, обращаясь к главе нашего государства, задал вопрос. Как бы на сегодняшний день посмотрел Владимир Семенович Высоцкий? Я знаю, я уверен, как бы на сегодняшний день посмотрел Владимир Семенович Высоцкий. Потому что Высоцкий про сегодняшний день написал и спел песню. Написал давно про сегодняшний день. Послушайте песню из спектакля «Павшие живые солдаты группы «Цари». Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаюсь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, награды будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаюсь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.